канале Happy Cherry! И сегодня в магазине нашли вот таких прикольных рулеток. Решили купить и смотреть, что внутри. На магазине сказали, что внутри есть какие-то сюрпризы. И мы решили смотреть, что внутри, и купили. О, нам сегодня будут помогать наш Маша, Рокки и наш супер Бэтмен. Давай, Бэтмен, выбирай, какой ты хочешь. Ой, Бэтмен, конечно, захочет красненький. Давай, открывай. Мне не терпится увидеть, что внутри. Мне тоже. Что-то зелененький. Ой, смотрите, какой мотоцикл крутой, зелененький. Очень хороший. Давай. Собира. И еще желейка там была. Вот такая, мягкая. Очень классно. Давай, ну, Рокки, выбирай ты. Какой цвет хочешь? Ну, давай. Вы еще не посмотреть, что я могу. Вау! Класс, Рокки. Я хочу этот. Ой, на я не могу. Я хочу эти цвета. Они классные. Держи, Алина. Спасибо. Давай, Алина, посмотри, что там. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Никто не знает, что внутри может быть. О, розовый. Что-то там, да, розенькое какое-то. Это уберу. Ой, это Пинки Пай. Ой, из мультика Пони нам попалась вот такой Пинки Пай. Вот такой Пинки Пай нам попалась. Рокки, мы уже видели, что ты наделал. Мы еще будем твои ручки закрывать. Ну, настала очередь нашего крутого маршала. А не, он не крутой, он глупой. Тупик. Я иду искать. Ой, извините. Я немного неловкий. Иду, шагаю. И выбираю вот этот голубенький. Давай, Елена, открывай. Будем открывать. Выбрала вот такую голубенькую. Мы решили открыть. Ой, какая крутая желейка. Она очень мягкая. А внутри вот такой крутой дельфин. Черненький. Или может это даже кит или акула. Очень красивый. Что это ставить? Мне же интересно, что в Бэтмене будет быть. Давай, стал очередь нашего Бэтмена. Давай, Бэтмен. Летит Бэтмен и выбирает вот такой цвет. Ай, Бэтмен, упала, Алекс, ну ничего. Желейка очень крутая. Что там? Давай. Знаю. Да. Что? Какая-то машина? Да. Гоночная, наверное. Что? Да. Прямо для Алекса. Крутая машина. А ну-ка покажите. Да, хорошенькая. Алекс, тебе понравилась машина? Да. Мне тоже понравилось. Мне тоже. Ой, гоночная такая. Теперь очень Рокки. Ну, давай. Алина помогает Рокки открывать. Что там? Для желейку? Да, желейку мне вставить. Открывай, смотри, что. Неужели барашка? Подожди,
Оставь кусочек. Вот такая классная, мягенькая барашек. Барашек, да. Красивый. Очень-очень милая. Очередь Маша! Идет выбирать. Не говорите мне глупость. Давай. Я вот этот желтый хочу. Вилли, помоги открыть. Ну смотри какой. Там сюрпризик попадался. Открываем желтый. Не делитесь. Не делай. Что это было? Маша, помоги. Это Бэтмен делает. Ну не делитесь, ребят. Ой, смотрите, ну какой красный свет. Не делай, мои глаза не болят. На, в желе, в желтом желе попалась вот такая. Такой лев. Очень красивый, милый. Да, правильно. Очень классный лев. Такой, смотрите, какой милый. Ставим рядышком. Вот тут. Она была вот в таком желтом-желтом желе. Ой, наш Алекс помогает нам. Молодчина, молодчина. Наш Алекс. А сколько мы уже открыли? Я не знаю. Лена, посмотри, что надо мазать. Вау, Рокки, вот это круто. Давай, Алекс, свое место иди. Ну, давайте считать, сколько мы уже открыли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну все, продолжаем. Мы продолжаем. Чья очередь сейчас? Ой, наш Бэтмен уже открывает. Да. Что там внутри? Внутри. Никто не знает, но не терпится просто смотреть. О, там мишка! Да, там мишка была вот такая милая мишка. Ой, какая хорошенькая. Я хочу ее обнимать. Давай обнимать. Мягенькая такая, хорошая. Очень хорошая, да. Давай, Рокки, открывай. Я хочу. Рокки зеленый и выбрал. Вот такой зеленый цвет. А да, это мое. Ладно, надо держим. Наш Алекс мне помогает уже. Ну, молодец, Алекс. Ой, большой уже, да? Большой мальчик. Молодец, молодчина. Ну, там? Давайте посмотрим, что там у Рокки. Рокки, что там внутри нам попало? Наш Бэтмен. Фу, там обезьянка. Фу. А я это обезьянка. Грязненькая обезьянка. Вот, на, ну-ка, покажите. Клейка! Да. Где жилейка нашей обезьяны? Вот тут вот будет лежать жилейка обезьяны. Будет жить. Дальше всех зверух. Да, и будет там спать. Воняет. Там будет спать. Ну, по-быстрому. Маша идет выбирать. Идет. И выбирает вот такой розовый цвет. За то, что наш Бэтмен же выбрал красный цвет, Маша взял розовый. Открываем. Внутри что? Что? Ролика. Ролик внутри. Смотрите. Внутри ролик. А ну-ка покажите. Да, колеса крутятся. Кто-то меня будет помогать. Какой крутой. Колесики крутятся. Красиво, очень красиво. Ой, наш Рокки стоял. Давай вот так вытащим. Спасибо. Ничего, не за что. Вот наш Алекс уже закончился желе. А ты твоего Бэтмена забыл. Вот смотрите,
наш вот ролик был вот в таком красивом розовом желе. Ну что, продолжим? Продолжим. Мне не терпится увидеть, что там еще есть у вас. На осталось 3 баночек. Все, начали. Ну давай, Бэтмен, твой черед, давай выбирай. Который выберет Бэтмен? Какой? Вот взял вот такой цвет, очень красивый. Давай этот макорик. Рек не может открыть. Тяжелая была. Это я тебя вытащу? Вот такой... Алекс, открывай. Открывай. Ну что там? Сиреневый цвет какой-то вот такой. Да. Это игрушка, знаете, там что-то из мультика. А, из мультика Немо. Это рыбка Немо. Смотри. Красавчик. У нее там кнопка была. У нее назад кнопка была. А, вот тут внизу есть вот колесики, которые крутятся. Алекс, подальше будет. Ага, отойди, Алекс, пожалуйста. Да, мы увидели. Круто очень. А ну-ка, покажи. Еще и вот такой крутой, вообще крутой. Теперь? Давай. Окей, Рокин, давай, открывай рот. Я какую выберет наш Рокин? Вот фиолетовый выбрал. Давай, открывай. Да. Роки надо, что никому не будет отдать. Да. Дальше. Быстро показывай, Роки, что там у тебя. Нам интересно очень. Смотри, что это? Попалось. Котенок. Том и Джерри. Нам попалось кот Том. Да, это котенок Том. Том, где Джерри? Ну все, остался последний. Последний будет открывать наш Маршал. Ну давай, Маршал. Какой мне цвет выбрать? Это открыли. То открыли. Ну что мне открыть? Все открыто. Вот, спасибо, Алекс. Осталось только один цвет. Для тебя. Открываем. И внутри друг нашей обезьяны зебра. Красивые. Очень. А ну-ка милая. Покажи. Вот да, милая. Друг нашей обезьяны. Барашки, мишки и кота. Зебра. Ну, давайте попрощаться, ребята. Уже время попрощаться. Да, мы закончили на сегодня. Плохо. Очень плохо. Ну, нам помогли Маршал, Рокки и Бэтмен. Они молодцы. Они все цвета выбрали. Ну, До новых встреч! Пока-пока! И ставьте нам лайки, да, если понравилось? Да, Пальчики вверх! Пальчики вверх! А еще внизу есть красная кнопочка, нажимайте на нее, появится колокольчик. Нажмите на колокольчик, и вы первые будете видеть наше видео. Пока!